Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, продолжаем проходить Fallout New Vegas. Я тут из казино Топс выбрался, собрал все свое снаряжение, какое надо, кое-что продал, кое-что купил, в основном купил патроны, скинул всякие клевые оружия, которыми я не буду пользоваться, но у которых есть свое имя. И, в принципе, подумал, что я готов отправиться во второе DLC. Честные сердца, насколько я понимаю, оно называется. И я как раз нахожусь рядом со входом в это DLC. Именно туда мы отправимся. Его я вообще никогда в жизни не проходил, даже не видел, как оно выглядит. Если с, ну, с Dead Money я хоть как-то был знаком, хоть что-то там видел, то здесь, ну, вот это DLC второй будет для меня абсолютно слепым. Так что, думаю, будет вдвойне интересно. Мне самому интересно посмотреть, что же там есть. Сейчас мне, к сожалению, приходится тратить патроны зря на этих придурков, которые тут решили со мной немножко повоевать и не пустить меня просто так туда, куда я хотел идти. Поэтому я с ними тут перестреливаюсь. Но я думаю, что технорейдерам недолго жить осталось. Особенно потому, что у меня есть вот эта вот штучка. Ну, кстати, у него неплохо силовая броня защищает его. Просто очень... и очень хорошо. Но я подумал, что с такой ружбачкой, ну прям не знаю, как-то она мне очень понравилась. Я теперь думаю, буду с ней ходить какое-то время. Она очень круто стреляет, особенно в упор. Тут и технопсих не выжил, да? Пожарный топор. Кстати, у них тут какие-то боеприпасы есть, но вряд ли я найду то, что нужно мне. Точно, крышка психоспок. Хотя, знаете, таблетка концентрации даже у них есть. Купил еще парочку стимуляторов у докторов. Граната фугасная. Так, магнум. Ну, для починки моего магнума он может подойти, но... в принципе, с моим магнумом все хорошо. У меня вообще со всем оружием все хорошо. Я, в общем, сделал несколько ремонтных наборов, точнее, купил их. Вот, набрал всего, что только можно и нужно. Сейчас нужно будет покушать. Я даже не знаю, чем мне поесть. У меня есть, в принципе, готовый обед. Наверное, я его съем. И попью на всякий случай. Восстановлю себе здоровье стимуляторами. Это вот то самое убежище, которое также в одном из модов у нас с вами было, где все прям по полочкам раскинуто. Мне там вроде бы ничего не нужно. Мне дико нравится, как выглядит мой супер суровый персонаж. Вот, ну и мы отправляемся в DLC. Посмотрим, что нас там ждет. Как надолго мы туда пойдем, я пока не знаю. Надеюсь, что оно будет не особо длинным, ну, чтобы интерес не потерять, но интересным, с прикольными квестами. Потому что я вообще даже не видел, как оно выглядит. Ни локации не видел, ни персонажей, вообще ничего о нем не знаю. Кроме того, что мы там, по-моему, попадем также в реальное историческое место, которое находится в штате Юта. Вот. И это единственная информация, которая у меня есть. Нам сюда вроде бы. Как нам писали по заданию, задание называется «Экспедиция Добрый Путь». Как только отправите спутников в освоясь и избавитесь от лишних вещей, весь рюкзака не должен превышать 75 фунтов. Скажите Джеду, что готов выступать. Круто, но у меня вряд ли сундук как бы меньше 75. Слушай, у меня гораздо больше. И что же я оставлю? Ящик компании. Если я в него вещи свои закину, наверняка они не пропадут. Будем надеяться, что они не пропадут. Итак, я тогда, пожалуй, оставлю крупнокалиберную винтовку. Хотя, блин, она, по идее, крутая. Ладно, нет, не буду ее. Оставлю дробовик. Крупнокалиберную оставлю. Уберу лопату. Осколочные гранаты. Сейчас я разберусь, в общем, с инвентарем. Ну что, друзья, что я могу сказать? Во-первых, да. Я достаю пушку. Во-вторых, я добрал свой вес до 75, и в итоге мне реально все почти осталось скинуть, кроме брони, естественно. Что я еще оставил? Я съел часть еды какой-то,
вот оставил себе буквально минимум там ремонтных наборов оружейника чуть-чуть, совсем чуть-чуть воды, в общем, совсем всего по чуть-чуть. Я не знаю, смогу ли я там набрать, ну, в той локации какое-то оружие и патрон, потому что мне это все равно пригодится. Я оставил себе 52 патрона на дробовичок, 36 патронов на магнум и 35 патронов на снайперскую винтовку. Вот эти три вида оружия у меня будут с собой. Так что вот как-то так. Я так понимаю, что мы теперь можем отправляться. Я что-то я даже не обратил внимания на то, что мне нужно так мало в инвентаре всего с собой носить. Постоянно какие-то ограничения. Блин, я хочу супер крутым ворваться в DLC и просто всех там порвать. Are we ready to get this show on the road? Хорошо, я готов. Wait a minute, I recognize you. Yeah, you're Alice McLafferty's rising star, ain't you? You sure you want to be here? McLafferty's non-competes are pretty rigid. У меня давно нет вести из Юты, как там дела? Well, it ain't good, I'll tell you that. It's not like the Mojave or the NCR. Hell, even Arizona under Caesar is safer. You got raiders all over the damn place. Tribes of degenerates that'll eat you as soon as look at you. Regional warlords, the works. Not too many decent places to stop and trade. New Canaan's one of the only ones left I know about. Военные вожди, насколько они опасны? Dangerous enough we won't be going near them if we can help it. I got no desire for my head to decorate some little gas station for its walls, thanks. Угу. Так, ладно, ну, рейдер это понятно, чё и кто. Так, в караван я не хочу играть. Давай, пойдем. Just like that, huh? You got guts, I'll give you that. You sure you want to jump in blind? Ain't got no questions about where we're going or why? Да, мне так интересно. Are you now? You know we ain't coming back this way for a good long while now, right? And you know about the weight limit. I don't want no whining about old Mr. Masterson. I left my one-of-a-kind plasma cannon back at base. Can we go back for it? You sure you're ready now? Да, да, я взялся самое крутое. Крепкий хребет. Не знаю, что делаю. Да не только свое барахло могу унести, но еще и твое, и его, и вон того брамина. I do believe you could. Так. Как только отправить спутник в связи, забывайте с лишним вещей, с рюкзаками должен перешать. Теперь уже 100. Отлично, мне его навык помог. Я кое-что с собой, значит, прихвачу. Я думаю, прихвачу с собой что-нибудь. Так. Вот это действительно важно сейчас, что я могу взять. Либо что-нибудь из патронов. Не, я все-таки возьму лишних докторских саквояжей, пару штук. Слитки мне тем более не нужны. Так, что еще могу прихватить? Так, патроны, наверное, на дробовичок чуть-чуть. На магнум чуть-чуть патронов. Лишних, но даже можно побольше взять. Так, вот эти вот 50 МГ патроны очень много. Весит. Я, пожалуй, возьму зажигательных 25 штук. Угу. Ремонтных наборов еще один возьму. Так. Ну и да, у меня, в принципе, есть. Дробовик. Ха. Не, дробовик я, наверное, уже не... Я возьму еще патроны зажигательных на снайперку. Которые прям очень мощные для суперсильных врагов. И дайте подумать, что же еще я смогу успеть перехватить. Наверное, еще на дробовик патронов. Может, они вообще все влезут там. Я вот так вот думаю. Я думаю, что да, влезет все. Нет, не прям так, чтобы все. Вот, сотня. Все, не больше сотни. Я выполнил. Условия. Пойдем. You sure about that? Да. Well, all right then. Let's get. Хорошо, отправляемся. We got a long я готов. Road ahead of us. Он мне 175 крышек дал.
The paths we're following are slow going, so you might as well keep your ears open and listen to what old Jed has to say. A few decades back, folks in the NCR started to hear about a community in northern Utah called New Canaan. Didn't know much about them, except that they were religious folks, sent out missionaries to talk to the tribes. We've seen our share of cults, but the New Canaanites, they were honest traders. Good fighters, too. Raiders wouldn't tangle with them. But then, the Legion appeared in Arizona. I reckon you know all about them. Turns out Caesar's first war chief, the Malpace Legate, was a New Canaanite, Joshua Graham. Legend goes that Graham was the meanest, toughest son of a bitch in the whole damn Legion. The New Canaanites wouldn't talk about him. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Dam, the Malpace Legate finally met his match. Hanlon and Oliver kicked his New Canaanite butt right back over the river. Caesar had to make an example for the others, to show them that even at the highest level, failure wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down. Not long after, some of the slaves and tribal started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar, so he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared, and in his place came legends of the burned man walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But New Canaan's been silent for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the Malpace Legate is dead. Вот, и еще я знаю, что этот персонаж должен был быть Fallout Van Buren. And finally found his way back home. Хорошо. Хорошо. All right, people. Been a long couple of weeks. But here we are. Zion. I know your feet hurt. I know you're tired. But I need everyone's mind on the trail ahead. Ain't the trail ahead worries me, Jed. Those descents we made through that slot canyon back up there. Ain't no way we're getting back out the way we come. And then what? God damn it, Stella heard you the first time. And the 15th, too. The New Canaanites will know a way. And if they don't, we've got the maps on our friend's Pip-Boy over there. Enough lollygagging. Get moving and keep an eye out for tribals. Я все думаю, чем мне его голос напоминает? Он говорит голосом Ли из «Ходячих мертвецов», игры от Telltale. Вот оно что. Я, правда, не уверен, но на слух реально прям он. Воу! Не-не-не, подождите, подождите, мне нужно оружие раскидать. 4 снайперка. Дробовик будет на единице. Хотя нет, пусть будет на тройке. Магнум на единице. Это... Может, мне не нужно по ним стрелять? Вот что я думаю. Что они вроде как не злые для меня. Так, что-то есть, пистолет-пулемет, вода, стимулятор, комбез убежище, блин, донесу ли я его потом до квеста? Наверное, донесу. Я пистолет-пулемет прихвачу. Блин, ее убили. Всех перепили. Ну, это понятно, для чего я сделал, чтобы я сразу мог оружие получить какое-нибудь. Их там всех перебили, я отхожу, пушку смотрю. Но по мне не стреляют. О, не, начали стрелять по мне. По мне стрелять не стоит. Может, кстати, я мог бы всех убить и спасти своих.
Вот я что думаю. Ну-ка, ну-ка, что по квесту говорится? Ага, разделайте с напавшим... Ну ладно, давайте, окей. Я просто думал, что так по сценарию должно быть. И почему я его не убиваю? Ну, а нет, кстати, похоже, никак. Ничего нельзя сделать. Просто всех убивают в любом случае. Так, ладно. Ладно. Я потерял свою команду. То есть отбиться-то я, видимо, и так отобьюсь. Но останусь в любом случае один. Дробовичок как у меня. Ладно, пойдем дальше. Ну, я говорю, я не играл, поэтому вообще понятия не имею. Что тут и как? У него снайперка, как у меня. Короче, всем врагам дали оружие. Ну, все типы оружия, скажем так. Что я уберу? Полицейский дробовичок. Странно, что именно полицейский дробовик, именно снайперка. Ладно, пистолеты там какие-то странные дали, но вот это вот все очень странно. Блин, не буду этот патрон тратить. Я лучше, знаете, что буду тратить? Я лучше буду вот это вот тратить. Магнум все-таки на шестерку беру. Ой, white legs don't leave survivors often. You're some kind of lucky, let me tell you. You came from outside, didn't you? From the civilized lands. Wow, Joshua will want to hear about this. Кто такой Джошуа? Joshua Graham. He leads our tribe. Thanks to him, the dead horses are strong and safe from our enemies. He'll want to talk to anyone coming up from Southways. Guess that means just you now. Come, I can take you to him. Хорошо. Good sists. We head east then. Joshua is at our tribe's camp in the Eastern Virgin. Свет за мелом дал вам способность указательные знаки. Когда вы сопровождаете свет за мелом, осмотр за Йонской долины с высоких точек, таких как посты рейнджеров, открывает для вас ближайшие маркеры карты, а также на 3 минуты повышает восприятие. Но у меня с восприятием, в принципе, и так все шикарно было. Хорошо. Что тут было? Ну, ты, наверное, и был. Так, ладно, интересно. То есть, значит, этот парень... Hold up. Из легиона Цезаря жив, да? Take a closer look. There might be some good... Порошок какой-то плод. Не, чувак, тут нет ничего хорошего. Там фигня какая-то. Интересно, смена вот этих всех декораций. We только что по пустоши бегали, а тут бамс и горы. Nice view. Тихо. Да я покончил, не? That was some kind of lucky. Guess that one was all full of gecko, eh? Don't get used to it though. Yaoguai are plenty mean as a rule. You can take the path north here if you want,
Or head east over the ridge. There's a nice view from the top of that cliff, if you want. Хорошо, давай поднимемся. Но я думаю, что я бы убил Йогая. Скрита точно бы убил. Мне понадобился бы лишь один выстрел. Ну что, давайте попробуем. А, это был детеныш. А где же этот? Где здоровый-то тогда? Мясо. Урон 10%. Отлично. Вот и главный. Ну-ка, стоять. Не на тех напал, Йогай. Спешу тебе сказать. 10 Йогаев убить. Хорошо, вызов принят. Мы нашли хребет. В полном бревне плот. Кстати, вполне может оказаться так, что мне пригодится вот эти все плоды собирать. Но я все-таки думаю, что пока что мне хватит еды. Some kind of view up here, eh? If you know how to look, you can spot all kinds of landmarks from up here. Look, I'll show you. What can I tell you? Так, какие животные, что за дикари на меня напали? Расскажи мне больше о Джошуа. He's been the chief of our tribe since he came back to the valley. He went off to the civilized world years ago to fight a war. That didn't go well. Я знаю только об одной недавней войне, когда войска Цезаря напали на Дамбугувер. Он там сражался? I don't know. He doesn't talk about it much. Maybe. But how can two civilized tribes fight over something as small as a dam? Ты не поверишь, за что только не дерут цивилизованные племена. Now you sound like Joshua. He always tells me that tribal life is better, that I should stay here and forget the outside world. Mostly it's the mountain bighorners. Whole herd of them up on the cliffs there. Usually they're not too aggressive, but lately, whew. My guess is one of the calves got lost somewhere along the way. Bighorners are communal. One missing calf, and the whole herd gets ornery. If that calf doesn't turn up soon, they might very well come down into the valley and attack the camp. Звучит как задание. Yeah? Hey, thanks. Most of the hunters don't listen when I tell them the problem. Just one thing. Try not to kill any bighorners if you can, yeah? You'll drive the herd off and we'll have to range farther on our hunts. Так, я сделаю, что смогу, но я буду защищаться, если на меня нападут. Или что? Что ты мне предлагаешь делать? You might try luring the baby out with some banana yucca. These bighorners go crazy for the stuff. Хорошо. Не знаю, правда, где я его возьму. Так, он мне сказал, что я как-то отсюда могу метки видеть. То есть они у меня просто появились на карте. Слушайте, огромная территория, я думал, гораздо меньше будет. То есть, тут, оказывается, еще поисследовать можно будет. Это круто. Нам-то в любом случае надо вниз спускаться. Блин, умру? Нет, я лучше не буду рисковать. Я, конечно, попробовал пропрыгать вниз. 33 патрона, да?
Коньячек, коньячек. Да, бежит сам, не смотри-ка. Я, кстати, все думал, будет ли что-нибудь такое с племенами связано или нет. Как во второй части было. Keep headed north, around this rock pile. Самолет какой-то разбитый. Круто. Пещера Тускайс, река Вирджиния, мост. Труп в машине. Не-не-не-не-не-не. Я не хотел сюда. Да, ты себе тоже ноги расшиб. Могу откроем мост, дружище. Кто это? Гуд! Гуд! Какой гуд? Вы че тут ползаете? Hang on, you're going the wrong way. Знаю я. Трупак с гаечным ключом. Инструментом, у которых только камера. Я просто локацию открыл. Не знаю, видимо, они охотятся или... Как-то просто они странно появились, я думал, такая ловушка. Мало, подошел какой-то к машине, давай мы его убьем. Мне нравится дополнение пока что. Если здесь будут новые прикольные враги, интересно, какие-нибудь задания там. Вообще такая зона, как бы это назвать, не то чтобы парковая, а территория, где люди отдыхали, там кемпингом занимались, всем таким в довоенное время. Но там вот какой-то змей ходит, который я только что сжег. Я не знаю, что это за змей. И я не успел прочитать. Да, я его подранил, написали об этом. You see the dead sentries? Shamans say our enemies' souls are trapped in them. But Joshua says it shows we're serious about it. То есть это голову вашей же стражи, как я понял, или нет? Скорпион стрелял. Gotcha! Да нормально, это все же скорпион. Только что же враг был. Внизу, наверное. Еще один наверху. Он неплохо научился стрелять с пистолета. Зеленый геккон. Это нормально? Так, хорошо, мне это место понравилось, хочу его исследовать. По стрэнджеров. See those handprints? No. Dead horses and sorrows mark them on taboo places. Places from back when. Ага, то есть они помечают места. For you, I don't buy into that stuff. Понял тебя. Чипс.
возьму, пожалуйста, мне тоже. Шляпа егеря. Вполне возможно, что она только здесь будет. Винтовка ковбоя. Патрон магнума, ну можно взять, наверное. Все равно у меня особого выбора-то нет в оружии. Так. Пусть будет на семерочке. Да, локация большая, а там вот эти рисунки вообще огромные какие-то. Интересно, интересно. I hear some odd things about the civilized lands outside Zion. Is there really a giant thunder lizard people live inside? Кто? Ящеры люди? Ну, я не думаю, что как тебе смерти можно к ящерам как-то отнести. Так что, наверное, нет. Восточная Вирджиния, указатель. Ну, туда идем. Сейчас на дорогу выйдем. Вроде как. Это блокпост. Так, чё тут? Тоже всякие стручки. Так, еще один лагерь помечен. Инфоцентр долины Заем. Национальный парк. Прикольный туалет. Так, аптечка. Возьму все. Патроны возьму. Еще одна шляпа егеря. Ладно, возьму, пусть у меня в коллекции будет. Хотя я уже одну такую взял вроде бы, да? Что-то какой-то невнимательный прям. Очень-очень причем сильно невнимательный, так что... Будьте готовы. Вроде бы мне сюда. Насколько я понимаю, мы должны вот это место обогнуть. Уверен? Мне показывается, что я туда иду. Лагерь мертвых лошадей. Счеп я мап. Я все знаю, куда иду. Не сбивай меня. Хотя, может быть, это ответвление как раз в тупик. И он прав. Мне там нужно было где-то налево свернуть. Ну, сейчас посмотрим. Да, это и правда тупик. Но может тут что-нибудь есть. Чемодан с патронами, водой, едой. Ну, неплохо, неплохо. Автомата у меня нет, поэтому я патроны не взял. Так, окей. Давайте тогда спускаемся вниз, в долину. Ты был все-таки прав, я верю тебе. Да ничего, пройдем по воде. Я, знаешь, не рассказывал тебе, по-моему, еще. Скок я матку убил когтей смерти. Самих когтей смерти еще перебил всех. These paintings show the dead horse's victories against other tribes. Lots more of them since Joshua came to us. Угу. Ну, Джошуа, если он полководцем был, таким супер крутым Цезарем, ясно, что с ним любое такое племя может процветать. Nearly there now. Watch out for traps in the water. Got to keep the white legs out somehow. Не против, если я ловушку убрал там. Два капкана, вот это ловушка. Кстати, тут радиации нет. В воде.
Я думал, что хоть чуть-чуть добудет. Даже мы как бы вдалеке от места, где бомбы падали. А нет. Это не копье. Слушайте, вот, по-моему, сейчас была музыка из второго Fallout'а. Звук прям такой отчетливый. По атмосфере очень похоже. Пещера Fallen Rock. Пока не буду туда заходить, так как не знаю, нужно мне туда или нет по квесту. Я думаю, что все места в локациях именно зачищать я буду после основных квестов. Here we are. Joshua's just ahead there, in the Angel Cave. Хорошо. Давайте пообщаемся с ним, если нам дадут. Странно, дерьмо, по-моему, должно происходить, нет? По идее, должна была быть случайная встреча. Может, чувак, который вышел, рукой мне помахал и ушел, может. Ой, Ausländer Zuka Joshua Graham? Что? Show respect, Ausländer. Joshua Graham, greatest war chief. Я не против. Просто я не понял вообще, что она сказала. Ну, что-то про Грэхэма, оно. Че, кому? We should have given you a better welcome on your first visit to Zion, but from what I hear, the White Legs beat us to it. Да, жесткого подожгло. White Legs seem to be the only visitors we have these days, and I wouldn't have expected anyone from the Mojave to come looking for us. And you're a courier, no less. Not the one I was expecting, but I suppose he wouldn't have come with a caravan. I don't know if you were close to the other members of your group, but you have my sympathy. I pray for the safety of all good people who come to Zion, even Gentiles. But we can't expect God to do all the work. Так, мы пришли сюда с караваном Добрый Путь, чтобы восстановить связь с Нюханом. Ханааном. Happy trails. I remember. They were good friends. I have bad news for your employers. New Canaan was destroyed, its citizens scattered, all because of the White Legs. На нем бронежилет еще сватовский. And Caesar, of course. The White Legs want to join the Legion. Caesar's rite of passage is the destruction of the New Canaanites, almost assuredly because of me. The good news is that we can help you find your way back. Daniel, one of the other New Canaanites, has made many maps of the region. The bad news is that we can't help you right now, not with everything that's going on. Mm-hmm. Так, чем я могу помочь? You're a good neighbor to us. We all go through periods of darkness. In such times, we can turn to the Lord, but it's good to have friends. Daniel and I need pre-war tools to help us navigate beyond Zion. Should we need to evacuate? These instruments will be vital to us. Normally, we would have some of the dead horses or sorrows look for them. But many pre-war buildings in the valley are taboo. They won't go inside. Так, хорошо. Прости, но не хочу бегать в поиск какой-то рухли для тебя. Я что-нибудь смогу сделать. Thank you. Follows Chop can help you find your way around the valley. He's inexperienced. But he knows enough of our language to ignore the taboos about pre-war buildings. Так, хорошо. Интересный персонаж. Смотрю, там оружие проверяет постоянно. Ну что, мы начали этот DLC. Надеюсь, оно будет интересным. Посмотрим, как все пойдет. С вами был Джек. Увидимся и счастливо.